Всем привет, с вами Дженикус. На канале Дженикус началась трансляция, блядь. Отлично, реклама, блядь. В общем, этот... Ну, в принципе, не мудрено, это же его видео, да? Ой. Тут... написали, короче, в этом... Как его называют, блядь? В комментариях, да? Хотя так говорю, написали в комментариях, как будто много людей смотрит, да, блядь? Скорее всего, ты кто написал, тот и сейчас посмотрит это все. Короче, написал ты мне тут в комментариях посмотреть на Дженику, за кем бы ты ни был. Вот. Собственно, и там что-то за Найтвульфа начал говорить. Я отписался, дать пошел, хули там говорить. Ну, сказал он, что Найтвульф выйдет скоро, что тут обозревать. Начал смотреть, так прикинул, что, в принципе, есть о чем поговорить на самом деле. Вот, но не столько о Найтвульфе, сколько о всей ситуации, которая вообще здесь складывается. Вот. Давайте уж по ходу смотреть. Вот. Как бы... И обсудим эти детали, да, которые нам Евгений, так сказать, сейчас расскажет. Тем более, я не полностью посмотрел видео, а там дошел что-то до Стефани 16 бит, там что-то рассказал. Могу сразу сказать, что, Женя, ты будь поосторожнее, потому что Стефани 16 бит сказал, на тебя могут в суд подать за неуважение к секс-меньшинствам. Это она или оно, но никак не он. Потому что, смотри, как бы, в здравом уме, конечно же, да, люди назовут он, но, учитывая, так сказать, специфику обстоятельств, то могут и в суд подать. Так что будь осторожен с такими выражениями. Он — это неуважение к секс-меньшинствам. Смотри, будет бойкот еще, и мало не покажется. Вот. У меня в комментариях много таких секс-меньшинств, вечно недовольных, вот. Так что знаю, о чем говорю. В общем, давайте смотреть по порядку, да? Погнали. Сегодня один из пользователей Reddit обнаружил на сайте Nintendo информацию о Найтвульфе. Вот это мне тоже, блядь, нравится, да? Один из пользователей Reddit, блядь. Какой, сука, пользователь? Нахуй ты там лазишь, да? Пользователь Reddit. Сидит, блядь, на этом сайте, сука, вечно не вылазит. Ищет какую-то информацию. Вот честно, вот если ты пользователь Reddit, да? Вот я обращаюсь к тому пользователю. Скажи, чувак, тебе что, вообще, что ли, делать нечего? Ты сидишь, блядь, вот в этой, сука, в этой атмосфере, да, блядь, постоянного какого-то диссонанса или хуй его знает, блядь, чего, от этого угнетения, блядь, вечно в сайте лазит, блядь, все эти лазейки ищет. Что, блядь, найти, сука, нового? Так, Mortal Kombat вводит, Mortal Kombat, и давай каждую строчку строчить, блядь, каждый текст искать, что ж, блядь, скажут. Ведь сказано, понимаете, это если была реально какая-то массовая информация, можно было бы сказать, да, то, что вот стало известного, да, как бы. Но нет, он говорит, что один из пользователей, то есть это понятно, какой-то гусь лазит все время, постоянно во все щели влазит, ищет, непонятно что, лишь бы что-то найти. Честно, выглядит убого, реально, блин. Это настолько человеку вообще нечего делать, что он ищет, блядь, все, что колупаться в говне постоянно. Играешь, играешь пальцами, потом, блядь, смотришь такой... Что-то, блядь, непонятно, какая-то масса у нее странная, блядь, жижа какая-то, надо еще глубже залезть. Вот это реально выглядит то же самое. Лазит на сайте, блядь, непонятно, что искать. Ладно, продолжаем. Случайная эта утечка или специальная, не столь важно. Важно то, что Найтвульф выйдет 13. Собственно, случайная или не случайная утечка, что меня вообще немножко стало вот поражать иногда, это то, что... По сути, Nintendo Switch обладает наиболее обширной информацией по Mortal Kombat, чем все остальное, чем даже сам Эд Бун. Понимаете, потому что если Буняра умудрился выпустить только, блядь, заставку, да, то Nintendo Switch уже даже говорит тогда, когда выпустят Найтвульфа, блядь. Кстати, когда это будет? 13 августа. 13 августа. Понимаете, да, то есть, блядь, Nintendo даже лучше знает, чем сами разрабы. И это реально напрягает, потому что Nintendo завоевывает рынок. Nintendo — это, знаете, как вот там PlayStation и Xbox срутся все время, да, а Nintendo, грубо говоря, диктует условия. Такая, знаете, в тени остается все время и походу покровитель. Ведь как еще можно объяснить то, что она живет до сих пор? На нее выходят игры, там, ну, самые такие, да, как бы банальные, непопулярные, а она до сих пор дышит. Вот задумайтесь над этим, да? Рептилоиды, блядь, всемирный заговор Nintendo.
они наблюдают за вами. Ладно, если серьезно, короче, 13 августа выйдет Night Wolf. Давай дальше. То есть сразу несколько предположений были тем самым вычеркнуты. Первое, что Синдел и Night Wolf выйдут одновременно. Подожди, а что это сразу ушло? То, что сказать за Night Wolf, а ведь не опровергли за Синдел, что она не выйдет. Может и выйдет. Ну хотя как бы хуево. Второе, что они будут выдерживать темп. Вот посмотрите на Night Wolf, блядь. Вот сука, вот кто разбирается немного в расовой политике, блядь, вот посмотрите, вот. Вот чье ебало вот больше всего здесь фигурирует? Вот на кого больше всего похоже? Пухлые губы, темная кожа, скулы жирные. Ну явно, блядь, не европеец, да? Не, конечно, да, я понимаю, что это больше к индейцам и все тому подобное, но все равно, блядь, вот явно идет тут, блядь, уклон больше к неграм. Вот серьезно, вот посмотрите, вот. Посмотрите на Джакса и посмотрите на этого. Вот они более-менее похожи. Это ж, блядь, ненормально, ебать. Они постоянно негров впихивают, блядь. Я вообще удивлен, как у Синдел сиськи открыты, блядь. Это тоже меня поразило. Не знаю, может это так, чтобы завлечь публику. Хотя не вижу смысла завлекать публику открытыми сиськами, если они так решили игру не покупать. Ладно, так, что там дальше он говорит? Один персонаж в месяц. По всей видимости, первый комбат-пак будет растянут на год. Шансун вышел 18 июня, Волк выйдет 13 августа. Класс, да, блядь? Вот, сука. Ебать, комбат-пак, сука, один. Растянуть на год. Я просто в шоке, блядь. Это прикиньте, да, вы отдали деньги за что-то, блядь. Например, там пришли нахер в какой-то магазин, там купили себе что-нибудь, да. Вам говорят, например, приставку купили, да? Любую там. Вам говорят, ну смотрите, как бы, через 2 месяца мы вам вышлем джойстик. Через 2 месяца вышлем вам кабель. Еще через 2 месяца вышлем вам, этот, блядь, зарядное. Еще через 2 месяца вышлем вам, почему вам вышли, блядь, коробку с упаковки приставки. Еще через 2 месяца вышлем вам еще что-нибудь, а потом уже в конце мы вам вышлем саму приставку. Класс, да? Обалдеть, блядь. Но при этом деньги вы уже заплатили сначала. Полностью, все. Охуеть просто, реально, блядь. Один персонаж в 2 месяца. Ну, по сути, не так же самая игру сейчас продают, по большому счету. Сразу выпустили кусок, потом еще кусок, еще кусок. Лошары покупают. Третий факт, который был опровергнут, что следующим DLC будет Синдел, о чем сказал Стефани 16-бит на... Вот, кстати, этот момент сказал Стефани 16-бит, осторожно с этим выражением, я говорю, реально обидятся, блядь, начнут, сука, бойкотировать, это будет просто пиздец. Ну как, поржать, конечно, можно будет, но нахуй оно надо, да? Вот, кстати, феминист, блядь, вот этот, как они, сука, сиськи пропустили, мне это интересно. Может, потому что они мертвые? Может, на этот расчет пошел, а? Ну, с другой стороны, Джей тоже вроде как мертв. Она же может быть и живая, Синдел. В общем, а что, кстати, вот опроверь, что следующее будет Синдел. А может и нет. Может и будет Синдел следующий. Ну, вряд ли, конечно, да. Они, скорее всего, выпустят еще пару персонажей петухов каких-то. По типу Спавна, блядь, или там еще какого-то. Вот, чтобы держать реально интригу на нормальном персонаже, да. Чтобы дальше покупали. Хотя хуй его. На стриме Комбаткаста. Возможно ли, что эта утечка является фейком? Маловероятно, поскольку такой арт Night Wolf'а нигде еще не мелькал. Хотя смущает, что сам арт несколько посредственного качества, а текст четкий и не пикселизованный. Но это может быть ранней картинкой, поскольку официального объявления пока не было. К слову о Night Wolf'е. В винпозе, который выложил Эд Бун, за спиной Night Wolf'а, по всей видимости, лук, совмещенный с клинком. Возможно, в бою он будет использовать сам лук как оружие. Да, блядь, это будет этот, как его... как того пида развали в прошлой части, блядь. Блядь, как того хуесоса звали, блядь. В общем, вы поймете, кто играл в эту хуйню, тот поймет, блядь. Тут пидор с луком Аполлона, блядь. Это реально, наверное, будет стиль дан ему, Night Wolf'у. Вот серьезно, что-то мне так кажется, блядь. Сука, как же его звали? А, во, Кунь-Бздынь, по-моему, да? Кунь-Бздынь его звали. Вот, Аладдин, Кунь-Джин, там что-то, да, такое было.
Вот. Мне кажется, реально, блядь, один из стилей будет его. Потому что, ну, учитывая то, что он сказал, как бы, вполне логично. На манер зеленой стрелы из Injustice. Когда же мы увидим полноценный трейлер Найтвульфа, скорее всего, уже на Evolution. Зеленой стрелы из Injustice? Блять, вот я как помню, начал только... Начали появляться вот эти видео, да, по Mortal Kombat. Я всегда говорил о том, что это, блядь, новый Injustice. Блядь, как я помню, мне постоянно всякие пидорасы писали, блядь, типа... какой это Injustice, это Mortal Kombat, это все никакого сходства с Injustice. Помню всякие там по типу греческой ноги там выпускали, блядь, сравнения, типа никакого Injustice нету, блядь, ничего там такого не будет, блядь. Пиздец, как же сейчас вот реально смотришь на вас всех и просто, блядь, вот реально хочется кинуть куском говна. Вот реальным куском говна, потому что вы реально этого заслуживаете. Вы вот... Вы сами себя, грубо говоря, опустили головой в унитаз. И это факт. Это не догадка, это не слив, блядь, какой-то там. Это вполне серьезные вещи. То есть я говорил реально напрямую, то, что это, блядь, сука, ну реально новый Injustice. Причем объяснял многие причины, почему. Ебать, как же тогда, помню, всех, блядь, в жопы, блядь, взрывались, говорили, блядь, никакой не Injustice, никакой не Injustice, блядь. Это Mortal Kombat, блядь, это новый стиль, блядь. Прочее всякое. И сейчас, блядь, на каждом, сука, шагу Injustice, блядь. Ебать, какие же вы ущербные, пиздец. Реально, спасибо, что вы есть вообще, реально, долбоёбы, блядь. Благодаря вам, ебать, я понимаю, что я реально выше вас всех. Если бы не вы, блядь, если не вы, то кто, да? Если не вы будете жрать говно, то кто? Кроме вас это лучше никто не сделает, поэтому благодарю. 3 августа, второй день Эва, будет закрывать топ-8 по Mortal Kombat 11. Именно там и стоит ждать полноценный тизер и официальную дату анонса. Боже, эта хуйня еще проходит, блядь. Чем же в это время занят Эд Бун? Он выкладывает фотографии с фигурками Сайрекса, Сектора и Смолка, которые он сделал на Комик-Коне. Кстати, о Комик-Коне. IGN на этом мероприятии взяли небольшое интервью у Тодда Макфарлейна. Он рассказал, что NetherRealm первыми обратились к нему с идеей добавления спауна в качестве гостевого персонажа. Долбоёбы, блядь. Ну сразу видно, сука. Самые тупорылые, блядь, обратились, блядь, по самому тупорылому этому, блядь, по самой тупорылой просьбе, блядь. Если мы вспомним, Mortal Kombat 9 было, да? PlayStation, блядь, обратилась к ним, сука, чтобы они добавили Кратоса. Для того, чтобы поднять продажи PlayStation, блядь. Сейчас эти хуесосы, блядь, бегают нахуй и у всех просят: пожалуйста, блядь, дайте нам возможность использовать вашего персонажа. И самый главный вопрос, нахуя? Поднять популярность, блядь? Да большинство игроков этой параши Mortal Kombat 11, блядь, они родились, блядь, в течение этих, наверное, ну не знаю, ну максимум, блядь, 15 лет. Какой нахуй спавн, блядь? Я в своем, блядь, возрасте, сука, не слышал даже об этом пидоре, блядь. А вы говорите, блядь, о каких-то, сука, малолетках, блядь, которые Mortal Kombat 11, блядь, восхваляют, как что-то невъебенное, блядь. Фанаты Injustice, блядь. Какой нахуй спавн, какая популярность, блядь, поднятие? Бред полнейший, ебать. Я вообще не понимаю, нахуя они его, блядь, добавляют. Просто не понимаю. Долбоёбы просто, вот и все, наверное. Он изъявил пожелание, чтобы дебют спауна во франшизе Mortal Kombat был настолько крутым для фанатов МК, что даже те, кто не знаком с этим героем, взяли бы его своим фаворитом. Нахуй мне нужен, блядь. Не, ебать, я фанат Mortal Kombat, да, то есть мои там любимые персонажи, там, да, Саб-Зира, там, например, Рейден, да, там, блядь, у кого-то Скорпион, блядь, и тут вылазит какой-то чучело непонятное, блядь. Спашен, блядь, какой-то, блядь, непонятный, грабли какие-то, блядь. И мне что, блядь, его брать как главного героя? Да кто он такой, блядь, в этой франшизе, блядь? Если я не интересовался до этого, какого хера, блядь, я им должен заинтересоваться сейчас? Или они реально считают, что у игроков Mortal Kombat, блядь, реально нет мозгов? Хотя, наверное, такой вопрос странный, да, учитывая обстоятельства. Ладно. NetherRealm показали Макфарлейну все выступления, диалоги, дизайн, абилити и фаталити спауна.
Тот сообщил, что НРС удалось зацепиться... Что это за пидор, блядь? Что это за говно, блядь? Это, не знаю, блядь, Дахака из «Принца Персии», блядь, сука, с маской Дарта Нихилуса, блядь, из «Звездных войн», блядь, рыцарь Старой Республики, блядь. Реально, это именно вот такое, блядь. Это что за хуйня вообще? Посмотрите, кто не видел, блядь, Дарт Нихилус, видите? Вот, это его маска. Плюс маска Кейна, блядь, из рестлинга, блядь. Вот кто смотрел там, у него, конечно, несколько масок было, блядь. Одна из масок вот такая, блядь, у него. Что это, блядь, за дизайн, нахуй? Почему он какой-то качок, блядь? Почему у него голый торс, блядь? Сука, феминизм, блядь. Что это за хуйня, блядь? Надо реально создать, сука, общество анонистов, блядь, и говорить, нахуй, нам неудобно дрочить, блядь, на голые торсы всяких пидоров, блядь. Нам нужны сиськи. Реально, такой лозунг. Мне кажется, вполне могло бы сработать. Сука, блядь. Хотя, че, блядь. Кстати, он мне еще напоминает немного персонажа для Mortal Kombat 4, который должен был выйти. Назвался он Белок. Или Желток, не знаю, вот. И он должен был быть там. Реально, блядь, еще напоминает этого пидора, блядь, из Спайдермена, блядь, черного. Ебать, сука, дизайн, блядь. За самую суть персонажа и соблюсти каноны. Также Макфарлейн сообщил, что в НРС... Это, блядь, за граф Дракула, блядь. ...есть группа фанатов спауна, которых привлекли в качестве консультантов. Долбоёбы, блядь. Группа фанатов спауна, блядь, которых привлекли как консультантов. Пиздец, блядь, ни издателя, ни разработчика, блядь, да, ни кого-то еще. Группу фанатов, блядь. Ебать, вы что, вообще больные на голову, блядь, Незерелмы? Не, понимаю, конечно, вы так свои игры делаете, блядь, да, там всяких фанатов тупорылых, блядь, привлекли, блядь. И они понаделывали хуйни. Но ебать, сука, если вы делаете персонажа, блядь, по лицензии другого человека, блядь, не проще ли, блядь, было, сука, с ним посоветоваться, а? Он, наверное, лучше, блядь, других знает, блядь, каким его сделать. Они, блядь, фанатов, блядь, привлекли, нахуй. Учитывая умственное развитие фанатов, блядь, персонажу придет пиздец. Как и всей франшизе, блядь, Mortal Kombat, нахуй. Сука, превратится, блядь, из кровавого Фатина, блядь. Хотя он уже превратился, блядь, из кровавого Фатина, блядь, сука. В семейную, блядь, игру, ебать, про Барби. Арлен под конец интервью сообщил, что больше деталей он раскрыть не может, но сказал, что Spawn будет делать много крутых вещей в Mortal Kombat 11 и что красным будет не только его плащ. Ебать. Spawn будет много крутых вещей, блядь. Ебать. Вот это описание персонажа. Реально, я, наверное, в первом классе, блядь, такое описание делал, блядь. Расскажите, пожалуйста, за... там вашего любимого персонажа. Он делает очень много классных вещей. И еще он очень классно выглядит. Он мне нравится. Ну реально, блядь, ну дети на поле чудес, блядь, приходят, сука, и рассказывают точно такие же стишки, блядь. Они так рассказывают о своих родителях, блядь. Кем работает, блядь, ваша мама? Работником, блядь. Сука, как ваше отчество, блядь? Блядь. И реально, и он так же само описал. Ну, ебать, ну, я не знаю просто. Блядь, деградация налицо. Ну и давайте закончим этот ролик тем, что стартовала Лига Времени. Да, прошла ровно одна неделя с окончания первого сезона Боевой Лиги. Она... Что это за хуйня, блядь? Тут слева, блядь, какой-то, сука, бабуин, блядь, непонятный, блядь. Потом следующий какой-то пидор непонятный вообще, блядь, унтерменш какой-то, блядь. Справа это чё, блядь, сука? Рейден, блядь, Рейден негр. А это чё, блядь, бриться начал? Его прям с туалета, блядь, вызвали? Или что? Почему Рейден, блядь, в пене для бритья? Не могу понять. Дайте ему побриться, блядь, спокойно. Не, вот эта чёрная баба, блядь, она мне реально напоминает либо Рейдена, блядь, из Mortal Kombat 4 в заставках. Либо, блядь, этого, либо Фуджина, блядь. Вот реально, что-то такое. Даже больше Фуджина, наверное, только негр. Полный бред, блядь. Этот слева, блядь, в шляпе, блядь, реально лицо пидораса, блядь, самого натурального. Реально, я сколько встречал, вот, блядь, пидоров, блядь, да, вот показывают, блядь. Реально, вот такое лицо. Вот сравните даже 16 бит его. Размер рта, блядь, вот это все, блядь. Вот посмотрите и сравните. Стефани 16 бит. А слева реально, блядь, бабуин, ебать, ну вы посмотрите. Реально, блядь, вот идут две лапки, блядь, с когтями, нахуй.
Ебало, блядь. Кстати, он мне еще, знаете, кого напоминает? Легенда об Аанге, Аватар, блядь, там был такой этот князь земли, блядь, Гуми его звали, или как-то так. Вот реально, сука, он. Вот это, блядь, белые ворсинки, блядь, по бокам, ебать, и сзади хвост, смотрите, блядь. Ну реально, сука, мартышка. Пиздец, ебанут. КЛ, блядь, КЛ. Сука, был, блядь, Mortal Kombat HL, блядь, теперь КЛ какой-то, блядь. Ой, пиздец. Наша кровавая лига. И многие вздохнули с облегчением. Но вчера, ровно неделю спустя, уже стартовал второй сезон «Лига времени». Что самое забавное, Эрон Блэк опять получит костюм лиги. Большинство западных игроков, да и российских тоже, не понимает, зачем второй сезон стартует так быстро. Никаких официальных комментариев от разработчиков нет. Они просто запустили ее и все. Как, блядь, зачем? Чтоб вы не успевали проходить, а для успевания надо было донатить, блядь. Что непонятного, блядь, ебаный в рот. Ну что здесь непонятного? Если, блядь, сука, вам дают, например, возможность ограниченно там что-то открыть, да, уникальное. Вам дается ограниченное количество времени. Вот посмотрите, в любой игре, блядь, вот абсолютно. Там, где есть донат. Если вы не успеваете что-то сделать и хотите это быстрее, вам необходимо задонатить, блядь, реальные деньги и купить там вот эти, блядь, ресурсы, блядь. И все, блядь, ну это логика самая банальная. Это чистый донат. Как можно этого не понимать? Так, что у нас там дальше? На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Все, да? Ну, собственно, ребят, что можно сказать, блядь? Новости хуйня, реально, блядь. Я как бы не то, что даже вообще как бы слежу за этими новостями, они мне нахуй не нужны, блядь. Для меня Mortal Kombat умер с выхода Mortal Kombat H. Реально, для меня его больше не существует. Вот, это так, просто делаю видео, блядь, а бы были. Вот, потому что здесь вот из Mortal Kombat, вот сейчас вот показали даже 4 персонажа, давайте глянем, блядь, вот 4 персонажа. Где тут это идет заставка, блядь? Вот, 4 персонажа, блядь. Из них только Рейден, блядь, и реально вот является членом Mortal Kombat, блядь, все. Все остальное какая-то хуйня. Если бы я вот так вот, например, где-то, не знаю, пропадал, блядь, долгое время, да? А потом бы вот так вот вышел, просто мне показали бы картинку, блядь, и сказали бы, да, что это за игра, блядь. Я посмотрел бы, блядь, подумал бы, да хуй его знает, блядь, что-то такое, блядь. Персонаж на Рейдена похож, думаю, что-то хуй его, блядь. Что-то такое, блядь. И показали бы, кстати, потом Injustice, блядь, где тоже Рейден был, блядь, этим гостевым персонажем. Вот две картинки показали бы, да? Одну Injustice, где Рейден и другие какие-то супергерои, блядь. И вторую вот эту, и сказали бы, что это за игра, сказал бы, да хуй, наверное, Injustice, блядь. А нет, нихуя, блядь, это Mortal Kombat, блядь. Бред сумасшедшего. Просто бред. Сумасшедшего. Кстати, Рейден гаишник, блядь. У него он, блядь, пояс, блядь, цвета ГАИ. В общем, ладно, ребят, всем до скорых встреч. Там, я не знаю, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, там, и увидимся. Всем пока. И многие вздохнули.